Когда ты разводил бабочек в моем животе, когда ты разводил бабочек в моем животе, я радовалась. Когда заселил в меня огненных саламандр, я волновалась. Но когда ты проложил через мою грудь торную тропу для зайцев, я решила, что это уже слишком, потому что этих зайцев и их безумные пляски невозможно контролировать.